Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, ну, во-первых, мое любимое Второе, это две вот такие вот прекрасные машины. Это два Траксоса, на самом деле, Ерева. Саммит просто корочка. 16 и 10 масштаб. Достались по случаю. Разбитые. Значит, с 16 масштаба начну. 16-му досталось, его впилили куда-то, разнесли серву внутри и сломали пополам шаську. Шаську я купил новую, уже собрал. Поставил ее на вот, просто вот на такие колесики смешные. Пусть пока на них постоит. Она вообще без колес была. Значит, с саммитом, с будущим нашим саммитом, да, все немножечко похоже. У него мертвый регуль, хобби кинговский, и тоже впиленная куда-то, корпус переднего дифференциала разломанный и так далее и тому подобное. Тоже там кулак разломанный, будем тоже ремонтировать. По этому случаю прислали немного запчастей. hobby.ru. Единственные ребята, у кого есть все на Траксос. Ценник, конечно, не сильно, если честно, гуманный, но по сравнению с остальными сайтами все примерно то же самое. Поехали смотреть, что нам прислали. Во-первых, колесные гайки. Вот такой вот комплект, Performance Accessoires, Траксос, оригинально, красиво. Крепление перекорочки, целиком комплект на корочку саммита. Две крышечки на аппаратуру, потому что аппаратура, что одна, что вторая, была без крышек. Корпус редуктора переднего. Комплект кулаков. Комплект бокса под электронику, потому что здесь тоже был не комплект. Ремкомплект на 16 масштаб на Ереву. Крышка с пурпиньона пары. Все, все в коробочке, кстати. Коробочка из-под аккумулятора. Вот, прекрасная коробочка. Оставлю ее что-нибудь туда складывать. Ну, первым делом, конечно, самое простое. Открываем это две крышечки. Сначала ищем долго нож, потом открываем. Две крышечки. Сейчас будет смешно, если не подойдет, но я сомневаюсь в этом глубоко. Потому что не может не подойти, у Траксоса все одинаковое. Есть. Раз крышечка. Здесь была такая сделана человеком импровизированная. Все, две аппаратурки собрали. Дальше. Предлагаю разобрать серву. Она уже, конечно, у меня разобрана. Ну, сейчас мы ее доразбираем до конца и посмотреть вообще, подходит ли этот ремкомплект. Заказывал оригинальный ремкомплект от Траксоса на серву под 16 масштаб. Если мне не изменяет память, по-моему, такие же сервы у нас идут на TRX-4 и на саммите переключение коробки передач и переключение блокировок. Разбираем. Если, соответственно, она заработает, то тогда мы сможем заказать еще и ремкомплект корпуса. Как только мы закажем ремкомплект корпуса, мы соберем целиком ее. Значит, что не хватает у нас здесь? Здесь переломало шестереночки сами. Открываем. Открываем аккуратненько, потому что не все шестереночки переломаны, а только часть. Значит, что нам надо? Нам нужна... Сейчас мы все достанем, чтобы нам не ошибиться. Нам точно нужна вот такая вот шестереночка. Надеваем резиночку сюда.
И вот такая вот шестереночка. Не знаю, будет вам видно, не будет. Вот ее обломало все. Ну, видно вам, как я понимаю, что здесь не хватает элементов. Кладу сюда, потому что вторая, она целая. Меняю на всякий случай, на самом деле. Что-то не туда. Есть, конечно, момент. Сейчас будем пробовать. Вынем отсюда все куски старой шестеренки, переломанной. Есть момент того, что правильно ли я собрал, называется. Это мы сейчас будем делать. Не знаю, честно. Значит, есть у нас вот такой вот не то. Вот такой вот комплектик. Для проверки. Для проверки наших сервомашинок. Значит, смотрим по подключению плюс-минус. Вот так вот. Опять смотрим плюс-минус. Вот так вот. Да, что-то сработало. Диодик светится. Простейший механизм. Все работает. Выставляем центральное положение. Отключаем ее. Вынимаем опять, чтобы проверить, точно ли собралось. Немножко не точно. Поправляем. Видите, здесь потерялись резиночки. Можно сильно не париться, можно загерметить просто. Вот резиночек нет, здесь пустые отверстия. Можно загерметить и, в принципе, ничего не покупать. Как бы это экономически выгодно, конечно, будет. Но можно и приобрести. Я не буду врать, сколько, не смотрел даже, если честно. Сколько ремкомплекта тут стоит на серву. Но что-то очень там гуманно как-то. Значит, смотрим авто. Мануал. Все работает. Отключаем. Собираем. Так, теперь ищем аккумулятор Траксас. Берем. Не туда. Ой, все едет. Только нужно с этим что-то делать. Все, отключаем. Понимаем, что у нас не получилось правильно поставить серву. Хоть мы ее и выставили странно в центр, да? Но почему-то центр оказался не центр.
Самое простое выкручиваем. Снимаем. Снимаем вот так вот. Берем аппаратуру. Ищем кнопку. Вот так вот находим центральное положение. Странно. На всех остальных тачках проблем никаких с этим нет. Все как бы совпадает. Здесь почему-то не захотело. Соответственно, в приемнике место есть под вторую серву, да, то есть можем поставить две сервы. Как мы сейчас аккумулятор поставим? Ой. Быстрая тачка, конечно же. Все-таки аккум здесь, липошка, бесколлекторная система. Ой, заживало. Слушайте, ну классно. Единственное, конечно, жаль, что не покатать. Да нет, можно покатать, прибить как-нибудь к спойлеру его сюда. Но потому что он не лезет в боксы, нужно будет заказывать. Потому что у меня нет таких маленьких аккумуляторов. По-моему, он даже от 4S ездит. Правда, я не представляю мощности вот этой вот малышки на 4S. На 2S-то ее много. Даже никуда здесь не закрепишь. Не положишь, он везде потеряется. Так что вот так вот. Любите ваши модели. Сегодня только собрали мы 16-й масштаб. Теперь он работает. Теперь мы можем его затестить. Соответственно, что осталось? Крышечку закрываем. Выводим антенку. И все. И в путь. Крышечку, чтобы закрыть, если мне не изменяет память, здесь есть тонкость. Здесь есть одна такая вот тонкость. Чтобы закрыть вот эту крышку, придется снять мотор. Да, к сожалению, да. Ничего здесь не сделать. Снимаем мотор, одеваем крышку. По-другому никак. Все. В следующей части будем ремонтировать уже большую. Там ремонта больше. Спасибо, пока.